Всем привет, меня зовут Татьяна Асташкина, я актриса театра и кино и также телерадиожурналист. Я всегда мечтала стать актрисой, и, к сожалению, я к своей мечте пришла только в 25 лет. 25 лет я занималась совершенно не своим делом, абсолютно. И теперь я могу сказать абсолютно всем, ребята, идите к мечте, неважно, сколько вам лет, неважно, где вы родились, неважно, чем вы занимались до этого. Если вы об этом мечтаете, и если действительно вам это приносит удовольствие, то идите к своей мечте. Когда я делаю и несу в общество добро, во-первых, я получаю удовольствие от этого, как будто бы это моя миссия, это первый момент. А второй момент, я прочувствовала, что если я делаю что-то хорошее, то вся Вселенная переворачивается, и все, что я хочу, требую от Вселенной, все у моих ног. Делайте добрые дела, и вся Вселенная перевернется, и все будет у ваших ног.